Второй рабочий день подряд в Рио губернатора региона Станислав Воскресенский проводит в Кинешме. На повестке дня сегодня обсуждение вопросов здравоохранения. В дружеской обстановке за чашкой чая местные медики отмечают, проблемы в Кинешме застарелые, хронические. Обо всех, в том числе о недостатке современного оборудования, кадровом голоде и трудностях с логистикой, рассказали Воскресенскому. В ответ получили понимание. Главное, пожалуй, для кинешемской ЦРБ беда в удаленности корпусов друг от друга. Отделения расположены по 4 юридическим адресам, а это плохо для пациентов и врачей. Вопрос переезда отделений в один корпус – задача важная, но на дальнюю перспективу. Проблема невероятно дорогостоящая и проделает серьезную брешь в казне дотационного региона. Но это не значит, что к ее решению не стоит даже приступать. Надо просто понимать, что какая медицинская помощь должна находиться. Где-то должны быть станции, подстанции скорой помощи, где-то обязательно ФАП, где-то обязательно терапевтическое отделение, а где-то обязательно в одном месте узкоспециализированное отделение. Ну, то есть вот просто не все сразу быстро сделаешь. Вот.